Оригинальный сериал HBO Max. Подходите, дети мои. Планета Земля была уничтожена в Великой войне. Меня создали, чтобы защитить вас. А теперь мы начнем сначала. Кто знает историю про трех поросят? От Ридли Скотта, режиссера «Марсианина», «Гладиатора» и «Чужого». Первый поросенок построил домик из соломы. Второй поросенок — из хвороста. А третий поросенок — он построил дом из кирпича. И однажды к ним пришел страшный серый волк и сказал: «Впусти меня, маленький поросенок, а не то я как дуну, что весь твой дом разлетится». Тот страшный серый волк, о котором она говорила. Мама? Это она. Воспитанные волками. С 4 сентября.